Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 693. Нам нужно найти значение выражения и пункт А. 3 в квадрате плюс 4 в квадрате. Сначала возводим в квадрат 3 и 4. 3 в квадрате – это 3 умножить на 3 или 9. 4 в квадрате – это 4 на 4 или 16. 9 плюс 16 будет 25. Пункт Б. 4 в квадрате плюс 1 и все в квадрате. 4 в квадрат возводим, это 16. 16 плюс 1 и все в квадрате. 16 плюс 1 это 17, а 17 в квадрате это 289. Пункт В. 9 в квадрате минус 4 в квадрате, деленное на 9 минус 4. 9 в квадрате – это 81, 4 в квадрате – это 16. 9 минус 4 – это 5, давайте сразу напишем 5. 81 минус 16 – это 65, 65 разделить на 5 будет 13. И пункт Г последний. 8 в третьей степени плюс 7 в третьей степени делить на 8 в квадрате минус 7 в квадрате. 8 в третьей степени – это 8 умножить на 8 умножить на 8. Или можно вообще посмотреть 8 в третьей степени по таблице кубов, сколько это будет. И 8 в третьей – это 512. Плюс 7 в третьей – это 343. Делить на 8 в квадрате – это 64, а 7 в квадрате – это 49. 512 плюс 343 будет 855, и делить на 64 минус 49 – это будет 15. 855 нужно разделить на 15. Давайте выполним вот это действие уголком. Начинаем делить с числа 85 и берем по 6. 6 на 15. Нет, не по 6, извиняюсь, по 5. 5 на 15 это будет 75. 85 минус 75 будет 10, и пятерку сносим. И берем по 7. 7 на 5 – 35. 5 пишем 3 в уме. 7 на 1 – 7. 3 в уме – 10. 105 минус 105 будет 0. И получили ответ 57 в пункте Г. И выполнили задание 693. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.